Все эти годы мы готовили пиццу так, будто это самое важное на свете. Делали все, чтобы она была вкусная, была вовремя, была горячая, чтобы тянулась так, а не так, чтобы хрустела здесь, но не здесь. В общем, все, чтобы услышать... Это моя любимая пицца. Ой, а это не то, я не это заказывал. Да, мы по-прежнему ошибаемся. То соус забудем, то с сервисом начудим. И только мы думаем, вот он успех, как... Что остается? Не говорить о трудном. Продавать пиццу, проводить акции, зарабатывать деньги. А остальное не важно? Не важно? Я скажу, что важно. Я работаю в Вышнем Волочке. Знаете, в каком ресторане? В единственном. Единственном? Мы 5 человек в месяц. Переписывали приложение, чтобы можно было... Убирать лук из пиццы. Единственным нажатием. Убрать лук? Да у меня корпоратив на 15 человек. 3 вегетарианца, один ест грибы, другой оливки, только наоборот. О. Мне нужно накормить 20 тэквондистов. И чтобы еда была... Не скучная, не вредная. Горячая? Не очень горячая. А мне нужно просто отвезти ребенка к бабушке. Не хочу к бабушке! Мы закажем пиццу. Поехали к бабушке! Не, нужно... В общем, это просто... Ну, ладно. Извините, я опаздываю. А вы не очень хотите сейчас говорить. Окей. Я бы хотел поговорить про усталость и выгорание. Хорошо. Нам важно вас услышать. Заказ пепперони. И мне важно услышать, что я заказал и куда. Статус заказа двоеточие принят. У-ху. Мне нужно, чтобы еда выдерживала поход. Чтобы наклейка отрывалась аккуратно. И чтобы лампы висели повыше. Сделайте, наконец, темную тему в приложении. Мы убирали лук. И меняли соусы, и улучшали рецепты, и исправляли ошибки. Для того, чтобы услышать... Вот это моя любимая пицца. С ананасами. Да, мы не спасаем мир, но когда все совершенно неясно, важно, чтобы хотя бы соус приехал вовремя. Важно продолжать работать, радовать, заботиться и делиться. Важно продолжать говорить и оставаться открытыми. Оставаться собой.